Представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации предложили партнерство Госсовету Коми. В Сыктывкар для этого сегодня приехали депутаты из Вологодской, Кировской, Иркутской, Тюменской, Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей. В программе встречи заседание на тему инициативное бюджетирование и круглый стол, посвященный работе некоммерческих организаций в социальной сфере. Молодые политики поделятся опытом решения проблем на местах. Говорят, законы, которые составляются в Москве, на периферии зачастую не работают. Поэтому так важно сплотиться. Поднимаем проблемы на местах. То, что на приемах видим, стараемся брать небольшие проблемы, которые лучше довести до конца, чем какую-то масштабную. И эти проблемы, например, там, пытаемся там, минимального значения. Вот в Челябинской области, если пример последний, то это подняли проблему обеспечения сотовой связью отдаленных населенных пунктов. Ну, тоже, да, кстати, этот вопрос. Да, ослабление процедур согласительных для компаний при строительстве вышек. Поддержало нас Министерство строительства, Министерство экономики связи. В эту тему подняли, получили положительные результаты. Молодежная палата – орган, который формируется из депутатов заксобраний различных субъектов. Им от 18 до 35 лет. Главная задача – отстаивать интересы молодежи. Кстати, такие палаты есть в 48 регионах страны, а вот в Коми пока нет, к удивлению гостей.